Добрый день, на связи планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish 2010 года в белом цвете, бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, мощностью 144 лошадиные силы, АКПП передний привод, имеется спойлер, парктроники, пробег 142 тысячи километров, литые диски, хорошая зимняя резина, установлены ветровики, имеется повторитель в зеркалах. Пройдемся по салону. Красивый темный ухоженный салон, ткань, не прокуренный, три ряда сидений, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, спорт и эко-режим, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника.